Возможно, он Нави какой-нибудь возьмет. Чё я дам? Вот это ты скилл! Вот это скилл нахрен! Это блядь, посмотри на него! Эх, помнится, мне я играл с этого айпада турниры, мужики. Кто помнит, обязательно поставьте лайк. Ну а сегодня мы сыграем с этого айпада дуэль против ТикТак. Дуэлька будет интересная, ведь с этого айпада я давно не играл. Поэтому прямо сейчас поставьте лайк, пишите меня в комментариях. Ну и конечно же, по традиции, разыграю для вас крутой скинчик. Именно вот этот вот нож. А чтобы его получить, нужно всего лишь первое — поставить лайк на данное видео. Второе — быть подписанным на мой канал. И третье — в комментариях оставить свой диод стенд Of 2, чтобы я смог с вами связаться и передать вам этот крутой нож. Ну и конечно же, друзья, кто смотрит видео от начала и до конца, тот увеличивает свои шансы на победу трое, а то и более раз. Поэтому обязательно смотрите видос до конца. Ну а вот победитель прошлого конкурса, друзья. Он получает крутой промокод на крутую пушку. Ну а мы с вами, киберспортсмены, летим к видосику. Должно быть с наклейкой. Что-то с наклейкой должно быть, да? Мама, привет, Саш, давай сыграем дольку, но я буду играть со старенького айпада. Айди, упа-па, скилл. Слушай, да, настоящий скилл или нет? Ну-ка. Спасибо огромное. Да даже если не настоящий, спасибо тебе огромное. Скилл, настоящий или нет? А что, это фейк или нет, пацаны? Пацаны, мне скилл закинул, это фейк или нет? А, один... Давай я его приглашу в лобежник. Лё, слышишь? Скилл закинул. Это настоящий или фейк? Напишу. А чего с основой не зашел? Подожди. В ТГ тебе писал. Это, пацаны, это настоящий эффект? Мне скилл закинул, говорит, дуэльку хочет. С айпада другого, напишу. На что играем, бро? На что играем, бро? Ща, напишу. О, сейчас самое интересное, сейчас дуэлька, напишу. На что играем? Пацаны, это настоящий скилл или нет? На айпад. На айпад, говорит, нет. На новый? Один голда с тебя 2к. Смотри, с меня одна голда, с него 2к. WhatsApp, киберспортсмены. Недавно я вам рассказывал о том, что App Gallery добавили способ пополнения банковской картой, а также множество акций. Теперь настало время акций для игроков Stand of 2. Правила акции очень простые. Первое. Нужно скачать игру из App Gallery и совершить первую покупку на 119 рублей. За это можно получить 3 приза. Код на 100 голды, купон на 119 рублей и скин на оружие. Важно. Это работает для новичков, для тех, кто еще ни разу не делал покупки в игре Stand of 2 через App Gallery. Доступно один раз для первого пользователя App Gallery. А если у тебя появились вопросы, то вступай в группу App Gallery. Там всегда помогут и ответят на ваши вопросы. Это прикол? Ну, Лёна! Ай! Шутка! Ёп твою мать! Я тебе похож на какую-то шутку, дорогулька-то моя. На, ты, блядь, посмотри на него. Ты, блядь, засранец. Скилл. Я не могу. Напишу, на секрет... на секретный промо. Промо на Керголд. На секретный промо на Керголд. Лёд! Что, реально промо на Керголд? Го! Напишу, напишу. А с меня, если проиграю? А если меня, если проиграю? Подожди-ка, дорогулька, ты моя. Ага. А если я проиграю? Такое мне нравится. Твою мать! Хорошо. 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 А, ничего не буду писать. Короче, смотри, проверка сейчас будет его на настоящий этот скилл или нет. Сейчас проверим. Настоящий скилл или нет. Просто проверяем. Без крыства. Без крыства. Полетели. Играем. Проверочка будет, настоящийся скилл или нет. Мы играем со скиллом, дуэль со скиллом на промокод. А! Бля, не могу. А можно как-то начать играть? Бля, ты посмотри. Почти, почти. Ну, один раз-то можно, ладно. Начинается матч, поехали. Ну что ж, друзья, вот мы и на дуэльчике с ТикТаком. Сейчас мы с вами попытаемся сыграть с этого старенького айпадика, который аж весь скрипит. Слушайте, FPS? А сколько здесь FPS? Ну-ка, давайте посмотрим. Я даже хочу счетчик FPS сюда сделать, чтобы вы видели. Мы берем так на. Самое главное, пацаны, в первом раунде дать в рот. Ну, в голову, да, именно. Дать в голову, дорогулька. Опа, а где он? Он, наверное, даже не ожидает. 4 хп. Куда? Я сам себе хаешкой. Я сам себя хаешкой. Чего? Да, мне очень некомфортно, конечно, играть. Ха! Давай, 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 дорогой.
Так, ну что ж, он поставил пачку. На самом деле, овер некомфортно, но будем пытаться что-то с этим сделать. Без тренировочки, без всего. Я иду играть. Тебе да, просто плюху дал такую. Ну, поцелуйся, мой красавчик. 1-0. Этого айпада, нет, сенсу точно надо увеличить, мужики. Сенсу точно надо увеличить. Это не мой айпад про, у которого сенса типа более-менее 189. Это подходит, здесь это не так работает. Так, пацаны, секретный промокод будет мой. Секретный промокодик будет мой, я тебе сразу говорю. Так, кого возьмем? Мы возьмем, давайте сразу не будем что-то дорогое брать, возьмем, допустим... И, блин, сейчас нужно максимально затащить. Давайте сейчас возьмем фабм. Возьмем, допустим, P90. P90 это имба оружие, я считаю. И мы его возьмем, потому что, сами понимаете, P90 будет разрывать любую голову нахрен на две части. И пойдемте с фабма тащить жестко на четверочку. О, там! Блин, шифтить здесь нереально. О! Как он так вышел? Пацаны, это очень жестко. Мне овер некомфортно играть на этом айпаде. 2-0! Пацаны, я выиграю! Я выиграю 2-0, пацаны! Ля, еба! С учетом того, что здесь не 120 FPS, потому что ну, мне максимально непривычно. Ну и, конечно, просто поставка свою решает. Так, ладно, мы сейчас с вами возьмем вот эту эмочку и попробуем с эмочки дать жесткий камбэк. Жесткий камбэк. Сейчас попробуем настрелять по темке. Ты посмотри, что творит. Прострел, прострелы, прострелы. Ты обманем его, смотри. Мы возьмем флешечку к нему отсюда. Сами пойдем сюда, смотри. А сами пойдем сюда. Тихо. А ноль. Что ты пока скилла дрючил щены сейчас, ребят? Максимально я сейчас бил. Сейчас попробуем. Посейвиться в этой зоне. Попробуем посейвиться в ребрах. Может быть мы... Видел меня, он видел меня, он видел меня, он видел меня, смотри, он меня видел, он меня видел, ждем. Опа, увидели, увидели этого пинча. О, найс, первый раунд за нами, мужики. Ля-ля, а как ты узнал? Ты должен был по таймингу, потому что я перейду в другую сторону, дорогуха, это моя. Блин. Отлично, ну как первый, точнее третий, который мы с вами забрали. Очень-очень непривычно, особенно по кнопкам. Блин, пацаны, вы не представляете себе. Это то же самое, что взять просто какой-то новый девайс и начать играть с ним. Это некомфортно. Блин, не хочешь вообще никакую, а? Он пострелялся со мной и ушел. Что за засал, а? Непривычно. Хорошо, давайте сейчас тогда с вами, знаете, что сделаем. Снова прострелим темочку, ну уже... Останемся вот здесь. Я, кстати, по привычке. Ой, по привычке, меня же не настроен, что выкид оружие. Как-то он у меня не так работает. 1-2. Ля, пацаны. Опа, неожиданно, да? Неожиданно. Самое главное. Ну. Какой же ты лакер! Неожиданно это было. Это было жестко на самом деле, да, мужики. Прочли, тик-так, а прочли, хорошо. Ты видал, я только нож взял, он на меня выходит. Только нож взял, он на меня выходит. Ля, чё, а где логика была выйти на меня вот в такой позиции? Это же вообще было, ну, бессмысленно. Это реально, типа, было просто максимально тупо. Поджали его немножечко на агрессии, потому что, ну, по-другому здесь никак. По-другому здесь никак с ним было, да, не расправиться. Но на самом деле, реально, пацаны, тяжеловато идет. Плюс еще сенса непривычно. А в целом, даже жаловаться не стоит, потому что долго не играл с этого пада. Сейчас будем наверстывать упущенное. И дуэльчики с тик-таком покажем, что девайсы это не главное, мужики. Хотя для кого-то, на самом деле, и 18-й iPad этот норм, просто вы тоже должны понимать, что с хорошего на более худшее труднее, да, переходить. Так, а я запрыгну, нет? Ой! Потому что он не пикает меня вообще, он меня вообще не пикает. Ну, 2 раунда затеров я уже взял, ты имба. 2 раунда затеров я уже взял, это уже хорошо, реал. Ну, типа, без рофов это хорошо. Затеров я вообще, типа, играть не умею просто. Блин, ну с АКР-12, конечно, трудно. Против АКР-12 спора нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, 2-3! Ля, пацаны, так я еще и за серов выиграю, что будет за КТ? Я его выиграю, походу, и выиграю секретный промокод, нахрен. Тут трудно было выбить его. Хорошо, мы сейчас сделаем тогда так. Попробуем с Авика вспомнить, как я раздавал с этого айпадика. И посмотрим, что из этого выйдет. Потому что с этого айпада, я говорю, играл очень давно. Кто еще помнит обзоры на него? Блин, мужики, это пипец. Sing my friend! 2-3 счет, ребят. 3-2, 2-3, как хотите, можете называть. Сейчас он выйдет. На,
пинчуга. Нуля, совапы, Крысенштейн. А слабо было на эмочках постреляться, а? Сейчас он будет совапой 100%. Бля, надо было мне что-то взять, дробовик какой-нибудь. Пинчуга, лови. Просто Савика разносим. Не, мужики, нормально, нормально. Я помню, как здесь сделал флики, это было жестко. Старый iPad, конечно, да, это пипец. Хорошо, мы с вами закупим еще один дигл, купим дигл дополнительно, для того, чтобы с него тащить. Так, накидываем флешечку. Сова, по-моему, сейчас ничего не сделает, типа, ну, смотри, я сейчас буду просто делать максимально красиво, посмотри, просто, ну, типа, показываю один раз в своей жизни. На темкой, пропрыгивая. Я кинул хаешку под себя, ай-яй-яй. Я дал хэдшот! Слушайте, пацаны, скилл-то возвращается с 18... В голову? Серьезно? Как ему повезло? Это тупо везение, я тебе отвечаю. Просто в айпада и Савика, это просто белиссимо. Он сейчас думает, что у меня, наверное, будет авик, а я сейчас возьму и спас куплю себя, а чё бы нет? А чё бы нет, чё бы не купить спас? Просто смотри. Мне просто самое главное знать, смотрит ли он мой стрим. Если он мой стрим смотрит, то это Габелла. Ну потому что, типа, если он смотрит стрим, он знает, какое я оружие сейчас куплю. И он меня просто, ну типа, просто не подпустит. Он реально, наверное, думает, что, сейчас скилл Савика, мне нельзя подходить никуда. Куда я скинул? Он смотрит стрим, то он знает, какое оружие я купил. Изи. Тихо. Изи просто с первой. Бля, это было очень-очень-очень легко, мужики. Тик-такыч, сори, конечно, но со спаса тут меня не переиграть. Ай-яй-яй. Это было жестко, это очень жестко на самом деле. Но мы играем с КТ, конечно, ЗТ будет посложнее. Сейчас откидываем смок на лонг. Давайте попробуем так сыграть. И, конечно, поэкономим хай... Смок плохой прилетел. Ну давай, 5-3. 5-3. Посмотрим, на что ты способен, дорогулька. Ой, взял, выбросил. Мужик, ты чего? Взял, выбросил. Так. Возможно, он темку будет проходить. Накинем флешечку. И встанем смотреть. Потому что такой тик-так пинч. Или мог пройти. Он не смотрит стрим. Он стрим не смотрит. Так, давайте чекнем темку. Блин, очень некомфортно играть. Пойди, он мог зайти с сайт, потому что я его даже не смотрел. Тише. А где он? Чё за приколы? А где он? Играть на фраг. Но он не ставит пачку. Может, он сзади меня где-то? Что я сделал? Ой! Сколько хп! Я вообще не понял сначала, где он! Он просто бегал мимо меня! Я вообще не понимал, где он! 88 я нанес хп Сэмке. Это вообще реально, нет? Это вообще реально, скажите мне. Блин, пацаны, надо сосредотачиваться сейчас. Мне на самом деле неудобно на этой подставочке играть, но все для контента. Сейчас будем тащить за Т, пацаны, обязательно поставьте лайкусик за этот старый пад. Ля, 5-4, фух, выиграл имба. Я вообще не понимал, что происходило, ты видал? Мы просто друг за другом бегали. Ля, имба. 5-4, мне надо выиграть сейчас, пацаны, мне надо выиграть. Только на секретный промокод, иначе я буду танцевать под грибы, мне это не нравится. На самом деле давно с него мы с вами не играли. Хорошо, давайте возьмем тег. Нам нужно сейчас придерживаться такой тактики, что мы будем просто пушить, потому что... Что, мужики? Да потому что, блин, нам нужно как-то сокращать дистанцию, дабы сравнять шансы. И, конечно же, благодаря вот этого пытаться выиграть. Типа вот так вот тупо тыкать. Ну как? Сколько хп? 79 хп я нанес. Причем он ничего такого сверхъестественного реально не делал. Натку. Ляд! Ой, хорошо! Какая плюшечка залетела, красивенькая, 5-5, мужики, 5-5! Сюда, дорогулька, ты моя! Так, Фомасик взять, у него сейчас, он потратил 500 на... Этот самый, на 5-7 и гранату, по-моему, он прокинул, если я не ошибаюсь. Играли сейчас.
Хорошо, берем спас и попытаемся сейчас спаса тащить. Счет 5-5. Счет 5-5. Пацаны, нужно этого гриба просто вытащить. Так, давайте попытаемся с фарма. Интересно, интересно. Оставим его графики в виде гриба. Хорошо! Хорошо, мужики, 6-5! Ну как? Вот опять я дал тычку и минус 60. Что за невезение? Просто, мужики, что за невезение? Скилл, братик, ну все, ты понимаешь, уже ГГ. Ты понимаешь, что уже ГГ, 6-5, он купил дробаш. Эй, киберспортсмен, если ты хочешь крутые наклейки, то прямо сейчас они доступны на Wildberries. Все, что от тебя требуется, это перейти по ссылке в описании и заказать их. Тем более, если ты хочешь украсить свой телефон крутыми логотипами нашей команды RGG. И не только крутыми логотипами нашей команды, но еще моими личными брендированными стикерами, а также стикерами с логотипом канала. И также бонусом ты можешь попасть в мой видос и получить крутые гарантированные бонусы. Ведь сзади на упаковке ты можешь получить еще один приятный дополнительный бонус при покупке. Все ссылки в описании. Поддерживай меня, мне будет очень приятно. И украшай свой девайс. Скорее всего, купил еще броню себе. А если он броню покупает и калаш, у него денег сейчас опять не останется, ребят. Хорошо, взять дигл нужно сейчас. Как раз сделаем эко такое небольшое. Возьмем дигл без раскидочки и попытаемся затащить жестко этот раунд. Потому что это очень-очень-очень супер важный раунд. Павел, и этот промокодик зубками. Выгрызу максимально быстро, смотри. Оп. У него дробаш будет сейчас. Ну-ка, пинч. Будешь ли ты выходить? Возможно, он навик какой-нибудь возьмет. Чё я дал? Ля, пипец. 6-6. 5 косарей мне еще в принципе есть, поэтому нормально. Так, вот так вот купим. Алло, почему расфокус именно на этом опять я словил? Нет, что это было? Я такой килл дал. Я такой красивейший просто дал килл. Вы не представляете, что это за фигня? Ладно, надеюсь, на реке было видно. Это было очень-очень жестко. Так, 6-6-6. Счет. 4 раунда, мужики. Мы очень близко играем с тик-так. Я промахнулся! Это нереально! Это нереально, как патрон? Ой, хорошо! Он авапу просрал! Он просрал авапу, мужики! Он просрал авапу! У него бабок сейчас не будет. У него бабок сейчас не будет. Ребят, у него сейчас бабок вообще не будет, вы понимаете? У него просто не будет сейчас денег, реально. У него реально не будет сейчас денег, вы понимаете это, ребят? 7-6 счет. Мимо него пролетел. Что это было? Что это было, пацаны, время камбэка? Это был мой раунд, я не мог его отдать. Что это такое? Так. Тихо. Найс. Как ему повезло просто! В полете в голову мне выстрелил! Ля, это трындец, тут пошара! 7-7. Ребят, мне это вообще не нравится. В полете мне снайпнул нахрен! Найс, мужики, найс. Все, берем АК-19, сейчас прицелочка будем тащить. Специально не подбираем М16, потому что я хочу именно АК-19 протестить. Мы сможем, ребят. It's easier for me, bro! Как будет себя вести этот iPad вообще просто? Так, хорошо, пинчук, ловив. Реал, на сейчас вытащу. Ну какого хрена? Ну как он это делает? Ну просто как он это делает, реал? Найс, у меня хаешка прилетела. Офигенно. Что? Я его не видел. Клянусь, я его не видел. А что было сейчас вообще? А что было сейчас вообще, реал? Блин, экран такой маленький, я ничего не вижу. Мужики, кто играет на айпаде таком же 2018? Пипец. Я не знаю, что делать сейчас. Вот, ну, типа, этот раунд может быть проигран сейчас. Я его реально не видел. Что он делает в ребрах? 91 х... Да! 8-7, нахрен! 8-7, два раунда, мужики, мы сможем. Ля. ХП. Что он делает в ребрах? 91 хп. Вот вопрос просто.
Фух, ребят, фух, имба. Бля, как он мне так пострелил, только я вообще не понял. 8-7, мы сможем это сделать, мужики. Мы сможем, we can do this, real. Так. Хорошо, мы берем фабм, нам надо сейчас затащить. Пацаны, нам надо тащить, давайте. За КТ мы дали очень много раундов, но ничего страшного. Сейчас возьмем с ФБМки и затащим. Вот. Да! 9-7! Ласт раунд остался, 9-7, мужики, 9-7, я выигрываю скилла, нахрен, 9-7, один раунд остался. Один раунд остался, вы понимаете? Один нахрен раунд остался, я смогу выиграть его, походу. Я смогу, походу, выиграть и получить секретное промо, ребят. Ну сколько хп? Я даю 33, и снова просто вот я попадаю четко, но у меня почему-то не регает сегодня урон. Блин, пацаны, я не знаю, что делать с этим пинчем. Наверное, нужно просто брать фенфайл, броню и просто идти тащить. Потому что он реально пинч. Пацаны, все, нужно выигрывать сейчас. Ну, с айпада трудно, да, играть, блин, с непривычки. Ну, что я могу сказать? В принципе, девайс играбельный. Выигрыш и секретный промо получу, ребят. Один раунд. Один раунд меня отделяет от победы. До победы, ребят. Один раунд. Ласт раунд. А вот и... Хаешка. Имба. Попал. Я думаю... 10-7! Эх, не получилось у вас выиграть тик-така с этого айпада, но... Да, дорогулька ты моя! 10-7, нахрен! Выиграли скилла! Получаем секретный промокодик. Дядю тик-так уже никто не нагнет. Дядю тик-така уже с этого момента никто не нагнет, вы понимаете? Я уже настолько пропитанный, нахрен, силой мужик. Я уже настолько сильный игрок, что меня никто уже не возьмет. Меня же никто не возьмет, ребят. Он брал авапочки. Он думал, что он может со мной мувики сделать. Да? Блин, пацаны, можно залететь еще каким-нибудь стримерам и попытать удачу и поиграв с этого iPad. Нет, если бы, конечно, мы зашли по времени, я думаю, у нас бы все получилось. Ничего страшного, мы реально забрали много раундов. И, пацаны, насчет этого iPad, ну, до сих пор он в тренде. И, в принципе, FPS держит хорошо. Лови промик. Улька, лови промик. Тихо, лови промик, говорит. Тихо, лови промик. Сейчас. Закрыл. Сейчас мы скидываем тик-так вот заслуженный промокодик. Конечно, мы его немножко обдурим и скинем такой слабенький. Ну ничего страшного. Ну-ка, пробуем активировать промокод и... Да. СП за дуэльку. Ну что ж, пацаны, промокодик получь. Простите. Так, тихо. СПС за дуэльку написал мне. Написал СПС за дуэльку. Напишу и тебе. Шо дальше, тихо. Если ты хочешь так, то обязательно выполняй все условия, которые я сказал ранее в начале видоса. Ну и, конечно, получай промокод тебе. Ну что ж, пацаны. Куда? А промо? Ты подожди. Ты же гонишь. Да подожди. Сейчас бы я его приглашу. А, ля, он мне в инвентарь его прописал, ребят. Он в инвентарь мне его прописал. Сейчас чекнем. Ну давайте. 8000 лайков я чекаю прямо сейчас, что у меня за промокодик. Чекаем. Пау. Да что за говно? Да что за говно? Что за говно? Вот это ты скилл, вот это скилл нахрен. Пипец, я потел, я думал там какой-нибудь Юзб Генезис там, я не знаю, какой-нибудь Nameless Collection. Сколько голды? Да я столько голды в секунду трачу. Я не могу, мне плохо. Это трындец. Пипец. Тупо трындец. Итак, а мы прощаемся. И с вами тоже концовочка. Давненько я не играл с этого айпада, но ничего страшного, мужики. Обязательно поставьте лайк на данное видео, если оно вам понравилось. И не забывайте участвовать в розыгрыше на нож. Ну что ж, мужики, с вами, как обычно, был я, Скилл. Обязательно подписывайтесь на канал и смотрите вот эти вот предыдущие видосики. Быстро тыкни на него. Вот на этот видосик, и вот на этот видосик, и на этот, и на этот, и на этот. Посмотри его. И обязательно поставь лайк. Ну что ж, пацаны, всем удачи и всем пока.